Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Silent Hill 2 ремейк. И у нас с вами, кажется, назревает что-то стрёмненькое, поскольку мы оказались в Вудсайде, в апартаментах Вудсайд. Мы пялимся на красный квадрат, и я, кстати, до сих пор не понимаю, что за красный квадрат. Я раньше, когда был мелкий и играл в оригинальную Silent Hill, я думал, что этот красный квадрат — это просто неподгруженная текстура. То есть там что-то должно быть, поскольку я играл в пиратские версии, естественно. И типа, ну вот красный квадрат, ну, наверное, так. Там что-то, какой-нибудь красивый символ, возможно, или еще что-то, как в первой части, например. Но нет, 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 это просто красный квадрат, реально. И что он значит? Непонятно. Почему какой-то немножечко выпуклый, судя по всему. Окей, у нас есть карта Вудсайда. Давайте смотреть. Я понятия не имею, куда нам здесь идти. И, в принципе, здесь надо просто рыскать по всем комнатам. Такая задача. Давайте посмотрим. По-моему, где-то здесь была записка. Записка, записка, записка. Там как будто кто-то ходит, а я не смотрю. Опа, загадочка. Кто-то правда ходит. Давайте прочитаем. Три звонких монеты, отверстий пять. Под деревом дева легла отдыхать. За девой ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно, и муж благородный явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. Я ничего не понял. Что-то было. Что это было? А, черт. Это просто ветер. Шторы развивает все. Я выяснил, что это такое. Блин, это мне некомфортно было. Ну-ка. Патроны для пистолета. О, боже мой. Окей, нам это пригодится 100 пудов. Ладно, перепрыгиваем. Оп. Кстати, эта дверь открывается сама по себе? Открывается. Я не помню, откуда я зашел. Стоп, записка-то была не здесь. Это было в тех апартаментах до этого. Хорошо, 103-я закрыта. Если мы пойдем сюда... О, как раз таки там будет 104-я, 105-я и лестничная клетка. Сначала давайте по первому этажу пройдемся, как обычно. О! Страшный звук я слышу. Еще патроны. Меня не пускают туда. Судя по всему, мне нужен какой-то ключ. Ну что ж, тогда пойдемте сюда. А, вот как раз таки здесь нужен ключ. Это, погоди, это что от меня хочет, да? Пойдемте в другое крыло. Что это за мезонина такая? А, шкафчик для монет. Это он такую поставил черточку. А я подумал, что там все, не пройти. Угу. Так, попробуем на ту лестничную клетку пойти тогда, которая вот здесь находится. Так, ну здесь, конечно же, никак не пройти. Оп, там что-то светилось. Что это? Окно, по-моему. Ой, блин, протекает. А что, дождь на улице? Разве дождь был? Все, мне кажется, мы отсюда уже не выберемся, просто если назад пойдем. Интересно, а выберемся? Уважаемая госпожа, в ответ на вашу жалобу на звук выстрелов из квартиры номер 217 сообщаем следующее. В вышеозначенную квартиру был нанесен визит. Арендатор сообщил, что не имеет в собственности огнестрельного оружия и охотно предоставил доступ в квартиру. Оружия или следов использования оружия найдено не было. При повторении звуков просим обращаться к смотрителю. С уважением, администрация жилого комплекса Вудсайд. Он, скорее всего, стрелял из окна, возможно, на улицу. 217, там мы найдем пистолет. Ну-ка, перевернуть. Нет, ничего нету. Мы там найдем пистолет. Они пипец перелопатили все апартаменты, я их вообще не узнаю. Не, это классно. Сделать карту...
Эй! Кто-то здесь? Сделать карту, а все левелы немного по-другому, даже много по-другому, я бы сказал. Это experience дает новый. При этом та же история. Мне нравится это решение. 217. 217 это... Это в самую блиндаль. Ладно, и здесь, конечно же, нас не пропустят, да? Здесь тоже... Нам нужно найти ключ от лестничной клетки. Вот, мы отсюда пришли. А, давайте... Да блин, да что ж такое? Вот здесь... Ой, манекены. Ой, манекены, я не люблю манекены. Ой, как их много. О, фонарь, наконец-то. Отлично. Черт, я же знал, что там это будет, блин. Перестань, я же знал, что там будет манекен. Ой, какой он. Отходим, отходим, отходим. Вот, он тоже уворачивается, он тоже шарит, так драться надо. Черт, 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 черт. Почему? Мне все время было интересно, что вот в первой части, точнее, в оригинальной игре, что здесь почему мой приемник не стал работать с самого начала. Там же был этот монстр, он же был там. Очень странно. Хорошо, это ключ от выхода к мусоропроводу. Фух. Забавно, я знал, что там будет манекен. Я просто не хотел заранее вам палить. Но я все равно немножко стреманулся. Это одежда. Это... Неприятно, голова торчит слева. Ладно. Опа. Еще немножечко газировки. В холодильник нельзя залезть. Не, это не такие. Это не такие манекены, которые просто стоят. Что это был за звук? Что это был за звук? Что у нас там по карте? Осталась еще одна квартира здесь. В самом конце коридора. Ладно, с фонариком действительно лучше. Как-то комфортнее. А, это... Стоп, что? Нет, это не то. Нам нужно будет еще найти. Это была какая квартира? 201. То бишь, 100 пудов мы теперь можем выйти вот сюда? Нет, это здесь не работает. А вдруг? 50 раз попробовать открыть запертую дверь. Это угарно. Так, вот же мусоропровод. Или он наверху будет, там какая-то определенная дверь. Короче, меня игра только что затроллила, кажется, сильно. Опа. У нас вообще нет доступа к третьему этажу. Ладно, пойдемте выше, на чердак. Что? Это все? Типа... Что вы мне хотите сказать? Здесь мы вообще пройти никак не можем. А где же был мусоропровод-то? Это вообще, где это находится? Так, здесь мы тоже уже везде походили. Там есть закрытая дверь, куда нельзя пройти. Значит, нам нужно на первый этаж. Скорее всего, там была какая-то дверь. Окей. Так. Ну... Что из этого ключ... Точнее, что из этого мусоропровод, вот пока мне непонятно. Это просто 103-я квартира. Стоп, а может быть здесь? Да нет. А, я же как раз таки хотел проверить, могу ли я выйти отсюда.
Офигушки. Вот. Мы на улице. Не, ну это прям супер. Вы сейчас убрали бы персонажей, посмотрите, прям обои, мне кажется, обои для рабочего стола шикарные будут. Так. Ага, там бассейн. Стоп, погодите. Мусоропровод не работает. Просим не использовать до устранения неисправности. Ладненько, давайте пошарим повсюду. Опа, хорошо, помойка, которую можно вот сюда будет подставить. Но погодите, давайте не будем торопиться. Здесь есть решетка, которую нельзя использовать. Окей, ну и сюда, собственно, тоже никак не пойти. Не знаю, что игра выпендривается на меня. Ой... 50 раз дверь не открывающуюся потрогал. Тут куча дверей в этом городе. Откуда я знаю, какая открывается, какая нет? Так, мы правильно делаем, что уходим? У нас там еще есть, он весь... Стоп, давайте, погодите, секундочку. Сползай, сползай, Джеймс, ну ты че? Джеймс! Все, молодец. Я думаю, можно еще вот сюда пойти. Нет, не сюда, а вот сюда пойти посмотреть. Скорее всего, тут тоже закрыто. Блин. Нет. 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 Где-то здесь. Где-то здесь. Чудище. Монстр. У него что ли под кроватью? Я уже столько патронов собрал. Он тут. Где? Все, это всего лишь таракан был. Просто напугал меня, почем зря. Просто еще странно, у меня как бы слева, по ощущению, был звук этого... этих помехов, этих белого, этого белого шума. Все, здесь ничего нету. А, я сюда, по-моему, тыкал, да? Ну, выходим. Здоров. Кто здесь? Блин, все больше звуков страшных. Ага, вот где мы оказались. У нас еще здесь две квартиры. 109 и 110, которые мы можем посмотреть. 109 открыто, здрасте. И я вхожу, если что. Кстати, шума нет, это хорошо. Я вспомнил. По-моему, манекены не дают помехи по радио, пока не начинают двигаться. В этом их прикол. Точно. Это другие монстры шумят сразу издалека. Да-да-да, черт. Да, видите? Оп. Да господи, никак от тебя не отстать. Все, он удар сделал, он уворачивается. Блин, какой... Все, на всякий случай. Да прибить. Попить? Может, попить? О. Вкусно, вкусно. Коровье молоко мы пьем, понимаете? Поэтому так сразу вылечиваемся. Прямо из-под коровки. Ммм, тепленькое. Ммм. С привкусом бычьего цепня. Так, погодите, зачем мы зашли сюда, в эту квартиру? Просто отхватить люлей? И потратить напиток? Нет, этого не может быть. Этого всего не может быть. Надо здесь внимательно смотреть. Внимательно. Кстати говоря, сейчас уже очень поздно, и я, чтобы никого не будить, никому не мешать, буду говорить более томно, более тихо. Поэтому микрофон чуть поближе к себе.
Готовьтесь релаксировать вместе с Евгением. Вот так вот. Вот так вот буду близко говорить. Засыпайте под мой голос. Засыпайте, друзья. Спите. Это все сон. Я не играю в Silent Hill. Вам это только снится. Только снится. Покойным только снится. Но где эти сны? Пушистый хвост лисицы не оставил следы. Эй, подожди! Вот черт. Че, я сейчас понял, что эта штука тупо выглядит. Откуда здесь ребенок? Вот так будет лучше. Опа. Так, получается, меня запорола эта маленькая девчушка, все. Что, все? Это все. Мы ничего не пропустили случаем. Стоп, мы еще... Вот теперь... Погодите, теперь... Вот здесь можно пройти. Так нарисовано. И мы можем попасть в 104-ю, 105-ю. Ну-ка, гоу. Стой. Вот сюда. Малявка. Это вот сюда, да, она открыла же. О! А чё ты не открываешь? Ладно, не хочешь, не надо. Стоп, он даже не трогает эту дверь. Ну-ка, тронь дверь. Все равно он не открывается, и все. Белый шум от радио все время чуть-чуть слева в ухе. Что это за звук? От, в смысле, от чего он? Я же никого не вижу. Но я слышу, как кто-то... Блин. Мразь. Нету. Ладно. Видимо, в какой-то из квартир он был, в который я не мог зайти. Здесь ничего нет. Будет забавно, если где-то что-то пропустил. Нет. А, обыскать? Подвинуть? Стоп. О-о-о. Платье невесты. Что упало? Ручка в виде золотого яблока. Хорошо. Типа я ее взял. Я взял ручку в виде золотого яблока. Видимо, есть какая-то дверь, которой подойдет эта ручка. Блин, я слышу. Стоп, а это что такое? Ключ. Ключ от коридора, второй этаж. Прекрасно. Звуковое оформление в апартаментах, вот в этой все локации, совсем другое, не как в оригинале. Я не знаю, она мне тоже нравится, на самом деле. Прикольно звучит все. Хотя, брюзга внутри меня сказал бы, что мне кажется, что тогда, когда я был мелкий, атмосферу более сгущали. Сгущали краски. И все такое было ощущение пустоты, как будто ты ходишь один в заброшенном здании.
Но я так не буду говорить. Мне нравится. Мне правда прикольно. «Одинокие цветы». 82. Роберт Шуман. 3. Так, здесь какой-то меломан, любитель музыки. Опять пластинка надвое разбита. Что за фигня? Опять собирать, что ли? Нет, спасибо. Смотрите. Рисунок. Детский. Quite the artist. Неплохой художник. Это девчонка нарисовала, да? Она где-то здесь, она спряталась. Под кровать у небось. Опа. Сиропчик. Стоп, нахрен я сюда пришел? Тут ничего нету. Просто, видимо, квартира, чтобы залутаться. Ага, у нас есть 106-я. Слышите? Что-то крики. Блин. Она уже открыта, кстати говоря. Да что это? Подкрасться сзади. Бесшумное убийство хотел сделать, но не получилось. Блин. Здесь трудно в коридоре узком с ними сражаться. Но я так сделал, сзади подошел. Отлично, умница, красава. Тихо, добить. О. Фу. Еще? Во, забитая дверь. Так, здесь просто тараканы, походу, тусят. Или меня отвлекают тараканами. Возможно, меня просто отвлекают тараканами. Так, ты где, говна кусок? Маленький ублюдыш. Где он? О, на потолке был! Все, фух, тишина. Мне спокойнее, когда тишина. Хорошо, патроны для пистолета. У меня целая куча уже патронов для пистолета, но нет пистолета. Ну-ка. Прошу передать миссис Милли, квартира 102. Я сильно за нее беспокоюсь. Она уже несколько дней сидит одна среди его вещей. Ничего не перекладывает. И не дай бог, кто-то протянет к ним руку. Даже думать об этом больно. Окей. Ничего? Ничего. Ладно. Про 102-ю квартиру мне сказали. 102-я квартира. Туда даже не пройти. Хорошо, у нас есть. У нас есть. Смотрите, там знак вопроса. Видите? Знак вопроса. Это что за фигня? Почему там был знак вопроса? Сюда мы никак не могли пробраться. Кстати говоря, я не посмотрел вот эту дверь. Возле 113-й я ничего не посмотрел. Эх, жаль, жаль, жаль. Ой, не то нажал. Жаль, но придется туда возвращаться. А, кстати, как быстрее вернуться туда? По-моему, быстрее вернуться... А, нет, там решетка, я там не пройду. Значит, лучше здесь пройти. Это получается вот здесь? Вот сюда. О, щит. О, щит. Все, ну, по крайней мере, теперь мы точно знаем. Мы еще в 110-ю уже не заходили. Надо потыкать 110-ю. Ой, нет, не 110-я. Погоди, а где 110-я? Я просто мимо прошел? А. Что ж, у нас есть ключ от лестницы 2-го этажа. Значит, туда мы и направимся сейчас.
О, кстати говоря, я бы засейвился. Кстати, пока еще непонятно с той загадкой, что делать. Там какие-то стихи, все дела. Что я сделаю? А второй раз сохранился? Ну, бывает, ничего страшного. Лишним не будет. Слышишь? Откуда? О, открылась решетка, открылась. Нападай. Хоп, в сторону. В сторону. Красава. Хоп, в сторону. Вот так. Ага. Запинать. В сторону. И запинать. Ай, блин, не успел. Все. You dead. Блин. Оно живо? Или что? Не понимаю. Что ты орешь? Оно здесь еще одна тварь была. Фух. Ох, блин, успел. Есть. Конечно, здесь они более проворные, агрессивные, как чем раньше. О. Ну что, кефирчик выпьем? Ага. Че у нас там по карте? Значит, 102-я. А, как раз таки про женщину говорили в 102-й. Женщина. Женщина. Так. День Святого Валентина. Ну да. И 4. 4. Что бы это значило? Это какой-то... Это часть кода от сейфа? Некого сейфа? Опа! Еще есть... Так, здесь трость. А где же женщина? Она исчезла. Я до сих пор не понимаю. Игры же стали супер-мега крутые по графике. Почему они не делают отражения? Вот ни в одной игре современной нет отражения. Это очень странно. При том, что раньше припец как заморачивали, чтобы сделать отражение. Моделировали специально отдельные комнаты, которые за зеркалами находятся, и дублировали модельку игрока, и получалось отражение. Почему так же не делать? Он был бы очень даже прикольно. Я не думаю, что это прям лишние ресурсы компа бы тратило. Так, где мы там? Угу, у нас есть 101-я в самом конце. Давайте в 101-ю сгоняем, посмотрим, что там. Окей. Так, здесь просто окна. Да, но... Это жалюзи. Невозможно пройти через нее. Ладушки. В таком случае мы пойдем просто наверх, на второй этаж. Так. Кто тебя убил? Я тебя не убивал. Я, пожалуй, ударю. Хорошо, я должен был убедиться. Закрыто. Закрыто. А закрыто как? Угу. Ее можно открыть с другой стороны.
Смотрите, там коляска стоит в бассейне. Красная коляска. Радио. Я что-то вижу там. Я знаю, что я, блин, вижу. Я знаю, что я вижу. Это он, это он. Они идеально, идеально эту сцену воспроизвели. Идеально. Я что тогда обосрался, что сейчас? Опа. Я еще помню, что когда я раньше играл, из-за того, что там не всегда было от третьего лица, там по большей части камера определяла ракурс изначально. И, соответственно, ты как игрок видел только то, что тебе показывают. Здесь же ты можешь все осмотреть, все обойти. Ну, обойти там тоже можно было все. Так, здесь явно что-то толкали, двигали. Вот, из-за того, что определенный ракурс тебе подбирали всегда. В общем, иногда, мне кажется, прикольно, когда твоим взглядом манипулируют и говорят тебе, куда смотреть. Видите? А, мне нужно отсюда выйти. Но мы можем пройти в закрытую дверь, вот сюда. В закрытую квартиру, точнее. Подожди, мы в квартире? Подожди, это квартира? О, нет, нет. Мы оказались... Как раз таки к 217-й сейчас придем. Сейчас, погодь. Здрасте. В связи с ремонтными работами просим арендаторов воздержаться от посещения третьего этажа. С уважением, администрация жилого комплекса Woodside. Я не воздержусь, так не можем использовать ручку в виде яблока. Хорошо, здесь мы тоже, видимо, не сможем открыть. 217-е. Вот. Здесь мы пистолет найдем. Так, еще патроны. Что ж там была за цифра 4 на фотографии с другой стороны? Мне вот это интересно. Ебеч. Наконец-таки. Так, ну мы пока будем использовать, наверное... Стоп. А как использовать? 1, 2, 3. Нельзя? Нельзя переключиться? В смысле? Погодите. Снаряжение. Давайте возьмем вот это. Начать использовать палку. Пока будем палкой пользоваться, ну его нафиг патроны тратить. Я очень поэкономлю. Вы же знаете меня. Я люблю экономить. Да, больше патронов. Я их насобираю потом, чтобы босс охренел в конце игры, когда я приду в полном обмундировании. Ни разу не выстрелив. Так, ладно, куда мне найти-то надо? Сюда, походу. Все, выходим в коридор. О, oh, no. Это было здесь? Он взял пистолет сразу, кстати, автоматически. Походу, он хочет, чтобы я пистолетиком попользовался. Походу, у меня нет выбора. Опа. Здесь не было человека. Кстати говоря,
поговаривают, что здесь тело самого Джеймса. И я сейчас смотрю, боты похожи, джинсы. Цвет куртки трудно определить, так как он весь, абсолютно весь в крови. Возможно, это он и есть. Ну-ка, ключ 212. Прекрасно, спасибо. Внезапно. Предметы как-то сами ко мне в руки идут. Так, мы здесь уже были, да? Здесь все, по-моему, посмотрели. Ну, ладно. Выходим отсюда. Все, что у нас тут было. Пирамиды головы. И, кстати, мне нравится, что он выглядит канонично. По крайней мере... О, он исчез. Я просто помню, вот в фильмах и в играх более поздних его любят изображать каким-то, не знаю, тяжелоатлетом, короче, качком. И меня это немножко бесило. Как бы качок, это выглядело очень странно, если честно. В оригинальной игре он не был качком, он был такой просто высокий довольно-таки. И немножко худой. Блин. Так. Джеймс, ты же достанешь пистолет? Когда нужно будет, а? Ты же не будешь тупить. Я на тебя рассчитываю. Так, здесь ничего нету. Ладно, уходим. Мы можем здесь пройти, мне кажется. Где? Где? Какая-то тварь, я слышу ее. Где-то справа. Пу. Стой. Черт, 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 черт. О. Не дает мне переключиться. Приходится заходить в инвентарь обязательно. А я хочу бить палкой. Я люблю бить палкой. Начать использовать. Сейчас мы начнем использовать палку на тебе, манекенчик. Ты где? А? Ты где? Набежал? Как ты спрятался? В сторону. Оп. Хорошо отпрыгнул, красава. Блин, с ним шутки не шутить надо. Надо просто бить его по горбу. Есть. Какая же проворная гнида. Так, все, все нормально? Расправились. Фух. Так, надо принять рассола. Я все еще слышу звуки. Ты что, живой тут? В холодильнике мы уже, да, все посмотрели, здесь ничего нету. Мы можем теперь идти дальше. Стоп, спальня. А мы отсюда пришли же. Все, забить. Выходим. Ну, печь, кто на меня? Кто на меня? Оно идет. Оно идет. Ладно, пинать. Пинать. Просто не дать встать. Не дать встать. Не дать встать. Все, хорош. Так. Эта дверь не открывается, да? Я сразу забываю, какие двери я уже коцал. Ну чё, давай. Иди сюда. Иди, иди. И мы сейчас с выпадом. Хоп! Опа! По горбу твоему сраному. И в сторону. Опа! От блевотины увернулся. Мастер ворот! Оп. Мастер ворот. Ух. Чё у нас тут? Опа. Ах.
нет. К сожалению, мы не можем. Стой. Все, у нас теперь есть короткий путь до второго этажа. Это хорошо. А что у нас там по предметам? Мы же что-то важное нашли. У нас есть дверная ручка, у нас есть все еще шприц, который супер-мега-стерильный, в кавычках. Каких-то еще ключей у нас нету? Нет. Это радио. Оно постоянно звуки какие-то издает. Я могу его... Я могу его как-то задействовать. Дену, ну-ка. Мы можем... А, отключить. Нет, не надо отключать. Ни в коем случае. Вы что? Хорошо, пойдемте. Еще у нас там целых 5 квартир впереди. Надо обойти. Я как смотритель какой-то. Где? Где? Вот она. Один здесь. Один здесь, а? Да-да, я тебя отымею сейчас. Ну-ка, запасть. Оп. Пощечину дать. Блин. Что там как? Все? It's okay? It's okay. Так, здесь напиток. И торшер горит. Как будто бы здесь только что кто-то был. Этот монстр хотел... Блин! Хотел поспать, а я ему не дал. Вломился, отымел. Удар, уворот. Оп. Удар, уворот. Уворот делаю, но вот что-то не бью. Вот. Опа. Вот, я сделал из него кентавра. Добро пожаловать домой. Спасибо. Так, надо бухнуть. Бухнуть. Отлично. Так, и что у нас тут? Кто-то сломал унитаз. Это я, что ли, сделал? Ну, здрасте. Мы не можем. Мы не можем пройти, к сожалению. Забавно, что эта музыка дыхательная, она на улице, а не здесь, внутри. Мне кажется, она была, если бы она была внутри, вот здесь, в коридоре, было бы гораздо более стрёмно. Как, мы правильно идем? Мы правильно идем. Я специально подхожу к этим решеткам, чтобы мне зарисовало на карте, что тут пройти нельзя. Так, здесь коробки стоят. Опа. Господи, тут везде, по всему дому патронов, у всех оружие. Это опасный район, опасный дом. Здесь одни бандиты живут и гангстеры, походу. Окей. Наверное, ты обвинишь меня в жестокости, но это ошибка. Эта тюрьма твоих рук дело. Ты строила ее на моих глазах. Отгораживалась от мира, погружала себя во тьму. Этот выбор сделала ты сама. На моих глазах делала его раз за разом. И на этот раз будет так же. И снова я буду смотреть. Стоп, еще одна ручка в виде золотого яблока. Стоп, погодите, погоди, нет, нет, отмени, отмени. Во-первых, вот это что такое? Я могу посмотреть, там сейф, это сейф стоит? Пипец, какая жуткая квартира. Ладно, мы должны отодвинуть. О, боже мой. О, нет, 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 нет. Мне не нравится. Справа виднеются крыши домов, влево уходит цепочка следов. Нашел ли путник дом, скажите, кто знает? Или путь справа в ад, где память его обижает. Обжигает, извините, обижает. Память обижает порой. О, я не знаю.
Смотрите, цифра 7. Шаги. Так, ну цифру 7 я как бы нашел. А может быть, тут надо отыскать все цифры? Ну, давайте потом. Сначала дойдем вот до сюда. О-хо-хо. Мы не выберемся отсюда, пока не выясним код от сейфа. Хорошо. Здесь определенно есть некая дорожка. Мы видим следы. И цифра 7. Мы идем. Кубок. Изображен кубок. Водичка. Это пятерка или S? Хорошо, давайте еще раз. Справа виднеются крыши домов. Дом. Влево уходит цепочка следов. Значит, надо налево. Нашел ли путник дом? Скажите, кто знает? Или путь справа в ад, где память его обжигает? Справа виднеются крыши домов. Стоп, а это что такое? Ага, понятно. Путь справа от меня, где я стою. А влево уводит цепочка следов. Но и следов-то я не особо вижу. Здесь нет следов. Следы только вот тут начинаются. И все. Здесь они и заканчиваются. Еще память обжигает. Смотрите, 11. Так, хорошо. Это что должно быть? Вот это вот что такое? Это не похоже на костер, если что. Значит, 11... 7. А, вот, 13, крыши домов. Они как-то по-особому подсвечиваются, эти элементы, которые нам, на которые нам нужно обратить внимание. Может быть, еще... Есть на полу, кстати говоря, возможно. А, и видите? Их просто нету. Их вообще нету, когда я не свечу на них. Получается, справа виднеются крыши домов, да? Там так было написано, именно справа. Раз, два, три, или путь справа в ад, где память его обжигает. То есть я не нашел еще четвертого элемента, сто пудов. Может быть, на полу где-нибудь. Окей, я понял. Значит, справа крыша домов. Это первое должно быть вправо. Мы должны цифру, которая 13 была. Влево цепочка следов, это 7. И нашел путник дом, это как бы, наверное, дорога, которая 11. Вот, да, наверное, это 11. Итак, 13, 7. Значит, 13 вправо. Тринадцать. Семь влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 11. В смысле? Может быть, попробовать вот так вот? Значит, 13. Потом 7. И 11. О! Вот.
Хорошо, мы получили монету мужчины. С другой стороны, меч. Рукоятка меча. Хорошо. Судя по всему, мы можем использовать эту монету, чтобы выйти отсюда. Оу, смотрите. Там какие-то квадратики. Заюзаем? В смысле? Я не могу. Давайте еще раз посмотрим. Монетка. На обороте изображен меч. Ну и все. И использовать ее никак нельзя. У меня нету ключа. У меня ничего нету. Может быть, я сюда рановато пришел, и теперь все, и гейм овер у меня. Блин. Сломать унитаз? Нет. Стоп, а тут... А, тут еще ключ я не заметил. Спасибо. Все, наконец-таки выходим. Кто? Так, здесь ничего нету. Че, идем мочить? Давай. Где ты? А, это просто таракан. Опа. Здесь тоже ключ. Это ключ от маленькой лестницы. А что за маленькая лестница? А, окей, у нас здесь есть возможность пройти. Погодите. Что мы уже обошли, что нет, еще 204-ю квартиру надо обойти, посмотреть. Так, во-первых, здесь, да, есть вкусный бульон. Также патроны. И все. А, нет. Но мы можем зато открыть щеколду. Все, у нас есть проход. Куда? На лестничную клетку. Что за маленькая лестница? Это где? Следующая карта. Третий этаж. Вот. Слышишь? Где-то кто-то идет. Такой неумираемый, как будто босс всех уродов. Так, секунду. Ключ от маленькой лестницы. Я... Вот этот, что ли? Да. Окей. На, вот сюда. О, как я и желал. Они добавили вот этот саундтрек сюда. Согласитесь, он гораздо больше подходит этому месту. Я весь на очке. Ага. Окей. Мы идем на третий этаж, наконец-то. Стоп, мы можем еще и вниз пойти. Опа. И таким образом мы оказываемся здесь. Да, мы можем походить по квартиркам здесь. Опа. Я знаю, к чему все идет. Опа, трупак.
Эй, кто здесь? Это не я. Не я. Это не я, честное слово. Тихо. Что случилось? Я его не трогал. Я пришел, а он уже там. Кто он? А, ты про тело на кухне? Это не я. Честное слово, я его не убил, не я. Не кричи, я тебя ни в чем не обвиняю. Меня зовут Джеймс. Джеймс Сандерленд. Эдди. Эдди. Эдди, ладно. Эдди, ты тут живешь? Нет, я вообще не местный. Просто... Тебя что-то сюда привело. Да. Да, наверное, так. За мной погнались. Я не знал, что делать, и решил бежать. Прибежал сюда. Надеялся, что тут безопасно. А тут труп в холодильнике. Тише, дыши глубже. Слушай, здесь тоже опасно. Эти твари. Весь этот город. Здесь творится что-то неладное. Советую тебе уносить отсюда ноги. Да. Да, ты прав. Пойдем вместе? Может, вдвоем выбраться будет проще? Прости, но я не могу уйти. Пока не могу, я... Мне нужно найти одного человека. Знаешь, Эдди? Будь осторожен. Хорошо, ты тоже. Что? Я услышал знакомый саундтрек под Эдди, но они его видоизменили немножечко. Они добавили синтов дополнительных. Более лирической, что ли, сделали ее. Но мне так нравился этот саундтрек, который звучал именно в оригинале. Я помню, я его даже на телефон ставил, когда сообщения приходили. Мне так... Так, мы должны выйти. О, так, нам надо поменять. Давайте попробуем пострелять. Я промахнулся. Ты чё такой косой, блин? Вот почему я не стреляю. Не потому, что я экономлю. Потому что я косой. Погодите, я столько патронов собрал. Мне не нравится музыка, меня напугает. Слушайте, я очень рад, что у меня есть пистолет, но, по-моему, я лажаю. Почему не берется оружие другое? Я их просто отпинаю. Да, их там трое, ничего страшного, я отпинаю их всех. Сейчас быстренько обойду. Ой, они выходят отсюда. А я спущусь. Зря вы оставили своего друга. Блин, еще болевали, обоссали. No. Пить. По-моему, меня сейчас стемеют здесь просто-напросто, и все. Ты будешь пить или нет сегодня? Слушай, мне, наверное, нужно было использовать пистолет. Хорошо. Не заставляйте меня пользоваться шприцом спидозным, пожалуйста. Опа. О, у меня больше нет лечебных напитков. Ладно. Я тебя услышал, игра. Давайте. Немножечко. Вот так.
Не могу, ладно. Здесь, кажется, что-то должно быть. Опа, монета-змея. Это для главной загадки внизу. Ладно, я буду использовать пистолет. Буду. Но это будет посмешище, я предупреждаю вас. Это будет неприятное зрелище для вас. Вы не кайфанете, и я не кайфану. Никто не кайфанет. Ну, смотрите, можно зайти в 114-ю попробовать. А еще можно с этой стороны приоткрыть дверь, кажется. Ну, yes, of course. Так. Возможно, и здесь нас... Нет, нам не разрешат приоткрыть дверь с этой стороны. Так, мы снова внутри. Эдди. Эдди, ты же справишься? Да. Стараюсь. Ну да, неприятное зрелище. Так, собственно, что мы здесь еще не посмотрели? Налево. Нет, здесь все. Возвращаемся на маленькую лестницу. Мы, кстати, сейчас на первом ведь этаже? Мы же сейчас на первом этаже. Фуп. Хе-хе, думал, не замечу. Так. Здесь не полные пачки патронов. Там либо два, либо три. Все, давайте еще один сейв сделаем. Окей. Мы зашли со второго этажа, насколько я помню. Значит, да, нам теперь нужно на третий. Погодите. Чтоб. А, мы уже на третьем. Ё-моё. Правда? Да, это третий этаж. Хорошо, здесь, конечно же, закрыто. Закрыто. Ладно, давайте определимся, куда лучше сначала пойти. А сначала лучше вперед. Да, потому что здесь патронушки. И все. Все двери закрыты, ничего здесь нету. Да, здесь все в ремонте. О, ноу. Ну что ж, единственный путь только сюда. Так, слушай, я пойду отсюда. Хорош. Еще один вот. Хорошо. Все, мы закончили? Офигеть, он увернулся, хитрожопа. О, мне срочно нужна аптечка. Да, спасибо. А, чё я не пью-то? Я ж взял ее. Окей, thank you, thank you. Оп, отошел. Три выстрела хороших, и все, подыхает тварь. Это мы где сейчас? Мы в коридоре. Хорошо, значит, мы можем зайти и вот в эту квартиру тоже. Блин, что-то очень мало патронов у меня осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте поэкономим все-таки. Ну что? О! В сторону. Их двое! Блин! Черт, черт! Ладно, я смогу справиться с ним. Я все время буду уворачиваться, немножко ударил, увернулся, ни хрена.
Опа. Главное, больше пространства. Больше пространства. А так, напнул. Так, напнул. Стой, 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 сторону. И напнул. Ах, он увернулся. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Ну-ка. Просто подзатыльник мне отвесил. Чем оно сдает звуки? Хорошо. Как будто женский крик. Окей, 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 нормально. Нормально. Нормально, я сказал. Есть. Слушайте, задарите меня, пожалуйста, аптечками. Кто? 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 Где? Еще? Здесь где-то еще один урод. На балконе, что ли? Ну-ка. Запалить заранее? Нет, он не здесь. Он вот тут, да? 312-я. Ну-ка, иди сюда. Ой, исчез. Ну, исчез. Ладно, главное без паники, просто аккуратненько контролировать каждое движение. Он убежал, прикиньте. Вот. Офигеть, они круто прячутся. Опа, хорошо. Так, так. В сторону. Блин. Не увлекаться, не увлекаться, не увлекаться. Хорошо, есть. Ладно, еще держимся. Записка. Я ошибался, ошибался, ошибался. Нет, не ошибался, но был не совсем прав. Надо снять еще слой. Дойти до крови. Я искал снаружи, а оно внутри. Во мне что-то живет. Окей, в нем что-то живет. Я должен найти его и посмотреть, что там внутри него живет. Есть! Напиток целебный. Так, она дохлая. Хорошо, мы зашли здесь. Теперь можно выйти, по-моему, вот тут. Опа. Шприц, хорошо. Стоп, мы все? Мы здесь все посмотрели. И... куда нам хочется? Куда нам хочется? Вот здесь есть дверь, которая... которая вот эта. О, погодите, вот. А мы как раз таки оказались в итоге в этом помещении. Ну-ка, что за... Сок в банках. Apple juice. Типа нам нужно его сюда скинуть. Это я помню. Эту штуку они оставили. Вот оно что. Вот оно что. Так. Нет, это неприятно. То есть нам сейчас нужно просто взять... и спуститься. Забавно они сделали. Мусоропровод забитый, и загадка решается прямо вот здесь, вот рядом. Сок. Я помню, что в оригинале нужно было прям ходить. Ходить и искать этот чертов сок. Все. Здесь больше точно никуда ничего не откроется. Страшно, нет? Все. Нам нужно на улицу.
На улице, значит, давайте еще ниже, по-моему, так будет лучше. Так, здесь мы не пройдем. Вот тут прямой путь на улицу. О, вот теперь мы отворили. Так, где ты? Монетка. Куда она делась? А, вот ты где. Все. Слушайте, 3 монетки. Это значит, нам нужно идти в главный офис, на ресепшн. Вот сюда. Итак, 3 звонких монеты, отверстие 5. Под деревом дева легла отдыхать. За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. И муж благородный явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. Значит, дева под деревом. Ее вот... Нет. Сейчас, извините. Вот сюда. Потом под деревом. За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. А какие у нас еще есть? У нас змея и мужчина. Че про змея? За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. И муж благородно явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. То есть... То есть я не понял. Еще раз. За деву ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. Где ветер? Где цветочек? А, я вижу вон месяц. Значит, здесь, скорее всего, должна быть монета змеи. Ага. И мужик, типа, тут. Или вот тут. Или пошел я в жопу. За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. А че по ветру-то? И муж благородный явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. Так, нет. Цветочек, наверное, вот здесь должен быть. Ну-ка, если повернуть деву. Ой, что это? Какой-то крест, нет. Дева должна остаться тут. Потом мы должны взять мужика и посмотреть, что у него. Меч. За деву ветер гуляет свободно. За ней это как? Ну, типа, просто я вижу, что вот это дерево, и слева цветы растут. Цветочек один растет беззаботно. И муж благородно явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. Может быть, цветочек вот здесь? О, все. Муж ближе подходит, клинок обнажи... О, тут двойной уровень. Тут 2 уровня загадки, вот это интересно. Муж ближе подходит, клинок обнажив, под серую сталью лицо свое скрыв. Мужа боясь, прочь дева бежит, все ближе и ближе цветочек дрожит. Ну что ж, может быть, вот сюда? Или вот сюда? А, извините. Нет. Повернуть. Вот. 3 уровня загадки. Прикольно. В лепестках тех таился змей ядовит.
Вместо девы теперь лишь надгробие стоит. Муж тоскует, могилу оставить не смея. Не сумел уязвить он проклятого змея. Так, ну это, по-моему, легко. Ой. Так, это мы просто переворачиваем. Переворачиваем. Переворачиваем и сюда ставим. Окей. Змей, что клыки в тело девы вонзил. Дева или муж, что змею не убил. Трудно придется тебе, но реши, кто виновен из них, на того укажи. Я должен сам решить, кто из них виновен? Так, ну... Змей, что клыки в тело девы вонзил. Дева или муж, что змею не убил. Трудно придется тебе, но реши, кто виновен из них, на того укажи. Но змей... Змей, наверное, виновен. Или... Ну, змей, типа, его незаметный, коварный такой, козлина. Давайте его выберем. Ой. Как выбрать-то? Наверх поставить его. Окей. Это повлияет как-то 201-е? Повлияет ли это как-то на концовку игры или на дальнейшее развитие? Хорошо. Мне понравилась эта загадка, очень клевая. В принципе, все загадки, которые я сейчас видел, мне понравились. Креативные достаточно. Итак. 201, да? Значит, чтобы в нее попасть, нам нужно пройти. Нам нужно на обычную лестницу. Окей. Ой, не то нажал. Да все, все, все. Закрывай. Нам нужно на обычную лестницу. Вот сюда. Жутковато мне сейчас, если честно. Я боюсь, что сейчас что-то супер неприятное случится. Ой. Кто засветилось? Я слышал. Женский вздох. Фу, блин. Женский вздох был очень неприятный. Отлично. Бухло. О, нет. Что-то нехорошо. Что-то нехорошее сейчас произойдет, кажется. Что там? Фотография? Нет. Тряпка. Вот и пирамидоголовый делает свое грязное дело. А я уж думал, они вырезали эту сцену. Что-то как бы сцена изнасилования, как будто бы. У.
Нифига, он выстрелил. Нервы сдали, нервы сдали. Пойду насиловать в другой комнате. Интересно, я не ожидал, что он будет стрелять. Я же такой думаю, ну все, хана, ты себя выдал. Это было стрёмно. Так, что за платок? Окей, какой-то вот такой вот платочек. Заберу. Может быть, это платок моей жены? Короче, да, я подумал, такие, они, наверное, вырезали сцену изнасилования, потому что, ну, это американцы делали игру. У них свой подход. Они не любят такие штуки, насколько я понял. Ну здесь совсем, совсем неприятно. О, мы сейчас в другой дом переходим, да? О, боже мой, здесь даже нету по ту сторону. Здесь даже нету гребаной карты. Все. Теперь я здесь... как слепой потерявшийся котеночек. Я ни хрена не знаю, я впервые тут. Не люблю я эти дурацкие ачивки, которые выскакивают. Они меня просто выбивают сразу. О, если ты не понял, ты играешь в игру. Ты в игре. Ладно, идем сюда, видать. О, блин. Смотри, сколько у меня патронов. Вообще не густо. Это альтернативный мир. Опа, там что-то подсвечивается. Здесь не пройти. Это Blue Creek, это другое здание, соседнее. И здесь тоже куча комнат. Ладно. Нет. Мы будем палкой его пинать. Нормально так ливанул. Фига, он достал до меня. Да блин. Мне достало внезапно. Вроде бы все отлично было. Почему он начинает лагать? Так, знаете что? Я лучше подлечусь. Давай, тыкай в себя. Вот, хорошо. А где? Где проход?
И здесь никуда нельзя пройти, кстати говоря. Наверняка должна быть где-то дырка в полу или еще где-нибудь. Найн. Посмотрите, вот это. Вот так. Это я додумался, ты молодец. Вижу. Прошлась тварь. Ну что, сейчас мы дадим ей отпор. Вас здесь много? Опа, няма. Где? Ладно, я просто... В сторону. Нет, здесь никак. О, что ты здесь? Опа. Хорош. Ага. Опа. Видал хотя? Достойный противник, я зауважал. О, нормально. Пить. Здесь нельзя ничего упускать. И пипец, как давно сохранялки не было в этой игре. И не хочу каркать, конечно, но я еще ни разу не сдох. Это не то, чтобы это супер достижение, конечно. Пока еще не такой челлендж, не супер сложно. Ладно, куда мне идти-то? Наверное, вот сюда. Ой, нет, не то я взял. Пистолет опять взял. Ну ладно, гоу. Что? Мотыльки? Так, я записал. 202-я ммммм написано. М как мотылек. М как мужской туалет. Окей, у нас здесь есть. Это закрыто, блин. Здесь тоже нафиг закрыто. Я не знаю, нужно ли подходить близко к дверям, чтобы он зарисовал, типа, мол, сюда нельзя пройти. Вот сейчас я не подходил вплотную. И да, он такой, о, здесь нельзя пройти. Ладно, хорошо. Хорошо. Все, у нас там сохранялка, отлично. Мне чуть спокойнее будет. Удивительно, до сих пор еще не вышел из этих апартаментов. Ну, точнее, я уже технически из них вышел. Что у нас тут? Опа, загадка с часами. Ладно. А чем мы можем ее снарядить? Нет предметов у нас. О, знаете что? Я сохранюсь. Я реально думал, что успею пройти эту локацию, но нет, оказывается, мы здесь подзадержимся. И надеюсь, вы со мной подзадержитесь тоже, чтобы посмотреть, как я прохожу Silent Hill 2 ремейк. Надеюсь, вам нравится, друзья. Если так, поставьте лайк, это поможет YouTube продвигать видосы. Вот, пишите комментарии, что вы думаете по поводу моего прохождения. Нравится ли вам со мной или нет. Подписывайтесь на мои соцсети, они будут все внизу. Особенно в Telegram и Boosty. Еще раз вам всем большое спасибо. С вами был Юджин, и всем и пять!